Здравия желаю. Вольно! Специально к приезду Владимира Пучкова на территории перед Казань-ареной выстроилась пожарно-спасательная техника. Именно эти подразделения будут нести дежурство во время Кубка Конфедерации. Впрочем, министра интересовала не только готовность подчиненных к чрезвычайным ситуациям. С жильем как делать? Есть жилье? Хорошо, спасибо. Удачи. Гарнизон подготовлен к выполнению возможных задач. Ну, видно же, сразу. Если же брать общую готовность к футбольному турниру, то в Казани ее оценили в 65%. Уже согласованы все схемы передвижения участников Кубка и места их проживания. Сам стадион, уже принимавший крупные спортивные соревнования, опасений у властей не вызывает. В основном все объекты, где будут проводиться соревнования, и вся инфраструктура подготовлена к проведению мероприятий. Есть ряд проблемных вопросов, которые находятся на особом контроле. Требования ФИФА, они очень такие конкретные, строгие. Как уже сказал министр, значит, все службы знают, что когда должны делать. Вот осталось 2 месяца. У нас нет никакого сомнения, что силы, средства, люди все не готовы выполнять поставленную задачу. 7 и 17 мая на Казань-арене должны пройти 2 тестовых матча, во время которых и будет проверена полная готовность всех служб. Андрей Шульга, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».